Здравствуйте, меня зовут Миргуль. Я мама Амиры. Наша семья в апреле месяце переехала в город Стамбул. Я хотела поделиться нашим опытом, как мы устроили наших детей в государственную местную школу. Может, оно кому-нибудь пригодится. Так, поехали. Сперва мы сдали документы на вид на жительство. Как мы получили вид на жительство? Мы открыли счет на свое имя для оплаты коммунальных услуг. Как пришла первая квитанция, с этой фатурой мы поехали в местный ЦОН. Прежде чем ехать в ЦОН, мы записались на рандеву. Здесь, в Турции, принято на любой госорган записаться на рандеву. С собой надо обязательно иметь договор аренды или ТАПУ. Как мы прописались, пошли в местную школу, которая находится рядом с домом. Там нам сказали, что надо получить денкликбельгесе. А для того, чтобы получить денкликбельгесе, обязательно нужно свидетельство о рождении ребенка, апостилированное. Мы это сделали в Казахстане. Перевели свидетельство о рождении здесь, в Стамбуле. И заверили, нотариально заверили. Табель надо постелировать, перевести и нотариально заверить. И комит ребенка. С этими документами мы пошли в местный Горано и получили денкликбельгесе. Со всеми этими документами пошли в школу. Там записали заявление для зачисления ребенка в школу. Так поступили наши дети в государственную турецкую школу. Можете поздравить, 1 сентября Амир пойдет в первый класс, Амира в третий класс. 6 сентября у Амиры начнется учеба, у Амира 1 сентября. Так, давайте я вам еще раз перечислю, какие документы нужны для того, чтобы получить денкликбельгесе и устроить ребенка в государственную турецкую школу. Для этого нужна и комит ребенка, апостилированные свидетельства о рождении, переведенные, нотариально заверенные, табель, апостилированные, нотариально заверенные, переведенные, денкликбельгесе, прописка обязательно по месту проживания, потому что для того, чтобы устроить ребенка в государственную школу, обязательно прописка нужна. Потом напишите заявление, этот образец уже вам дадут в школе. На этом все. Если вы все это сделаете, ваш ребенок пойдет в государственную турецкую школу. Всем пока-пока. До свидания.